Ольга Захарова с дочкой Кристиной любят бывать на праздниках. Девочка в этом году пойдет в школу, поэтому ее, как и других ребят с особенностями здоровья, пригласили на акцию «Внимание, первоклассник». Кристине очень нравится, и мы никогда не пропускаем такие праздники. И очень счастливы были сегодня посетить. Представление, поздравления, катание на каруселях. Вот буклетики дали, бесплатно можно покататься. Ну и музыка, все так интересно, весело, громко, нам так нравится. Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в парке имени Гагарина. Для ребят устроили развлекательную программу «Школа волшебства», где каждый попробовал себя в роли учеников доброго мага и научился создавать облака. Так, смотрите, ребята, у меня волшебная палочка. Сейчас мы добавим еще одну вещь. Затем все желающие попробовали воздушный лимонад. Гарри, это облачный лимонад, что ли? А после этого оказались в царстве мыльных пузырей. Организатором акции уже много лет является городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Праздник проходит в рамках программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». Традиционно мы поздравляем 100 человек, но обязательно охватываем всех деток, идущих в первый класс с инвалидностью. Кого-то поздравляем на дому, кто-то приглашается на другие мероприятия. У нас в этом году будет проходить еще экскурсионная поездка по реке Волга, тоже также для детей первоклашек. Ну, то есть стараемся как-то поддерживать семьи, социализировать их, помогать. Также всем будущим школьникам подарили наборы первоклассника и сладкие угощения, а в завершении гости праздника прокатились на аттракционах. За годы проведения акции в ней приняло участие более 4100 детей. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, «События».